Друзья, всем привет! Сегодня распаковываю свою посылку с суккулентами, точнее уже начала распаковывать. И это Graptovaria titubans. В подарок мне прислали такую вот малышку. У меня такая уже была, и, к сожалению, она просто взяла и откинула все свои листики. Но, надеюсь, это все будет в порядке, потому что тогда я была еще неопытная, молодая. Не знаю, в общем, что с ней случилось. Я так и не поняла, если честно. Возможно... Не знаю. Следующая Echeveria tulmanensis, она просто потрясающая. Я, знаете, раньше так смотрела на нее немного скептически, что ли. Думала, что это за странные разводы на листьях. Неужели здесь побывал маляр? Ну или что-то в этом роде. А потом как-то другими глазами как будто взглянула и влюбилась. Но вы посмотрите, какая она красивая. Какая она, ну, как будто, знаете... Как будто снежный узор, ее хочется разглядывать и разглядывать. И особенно прекрасно вот эти заостренные листики, которым нужно чуть-чуть напитаться водичкой, и тогда они будут прям идеальные. У меня там за стенкой лают собачки, надеюсь, вы их не слышите, потому что они безумно противны. Следующее, еще один подарок, Powderpuff Echeveria. И я не понимаю, почему ее не было на сайте, где я заказывала, потому что она настолько потрясающая. Я в нее, не знаю, влюбилась с первого взгляда, даже в такую вот засохшую без корней. И если бы я ее увидела, я бы, конечно же, заказала ее. Она просто прекрасная. Ее еще называют Echeveria экзотика. Ну вот, либо Echeveria powderpuff. И, блин, я посмотрела на взрослые растения, они такие красивые, я была в восторге. Да и моя малышечка такая прекрасная, боже мой, просто, не знаю, невозможно. Мне кажется, я просто невозможно повторяю уже 10 раз в этом видео, но действительно, я настолько влюблена в эти растюхи, что просто невозможно. Следующая Echeveria Lola, она у меня, к сожалению, немножко вытянулась. Не очень видно на видео, вот чуть-чуть сейчас видно было, что она прям капельку-капельку подвытянулась. Не знаю, как она у меня будет выглядеть под лампами, надеюсь, что ей будет только лучше. Следующая растюха. Достала такую огромную и решила сделать вам интригу, скажем так, оставить ее наконец. Ну, не только вам, но и себе, конечно же. Достала дальше Адрамискус. Название не смогу прочитать, сложности у меня с этим. Открываем. Что же там? Короче, там, внимание, спойлер, такое прекрасное деревце. Раньше я тоже не очень понимала их прикол, потому что, ну, смотрела на него и думаю, ну, дерево, окей. А сейчас, мне кажется, блин, он такой волшебный. Я не знаю, хочется его как будто затискать, что ли, если можно было бы. Ну, просто прекраснейший такой. Как будто какой-то инопланетный или что-то такое вот необычное. Вообще, насколько я понимаю, это моя вторая и последняя посылка с суккулентами в этом году. Потому что холода, и придется мне довольствоваться только местным нашим городским рынком. Ну и своими. Буду отдирать листики и смотреть, что с ними происходит. Достала вот дальше Echeveria Кубик Фрост. Очень она красивая, должна быть, давно я на нее засматривалась. Такая она ярко-ярко-бордовая. Очень красивая, конечно же, сейчас она не настолько яркая, потому что в темноте ехала. Но, надеюсь, у меня под лампами быстро восстановится. Тоже, конечно же, покажу результат. Ну, в принципе, все. У меня вот осталась последняя лошадка, которую я оставила интригующе для вас. Сейчас буду распаковывать. Что-то очень долго делаю. А, ну вот, хотела показать вам, насколько она тяжелая. Я ее заказала вообще просто так, просто потому что она большая и красивая. Название такого раньше не видела. Увидела только вот на сайте у магазина и влюбилась. Такая она прям нежная-нежная. Сейчас. Вообще хочется отметить, что у магазина просто офигенная упаковка. Давайте полюбуемся на суккулент, а потом я расскажу про упаковку. Восторг. Почти как рука, да, она такая прям большая-большая.
Так вот, упаковка, все растения были в синтепоне, вы видели это. И еще была термопленка, или как-то так она называется. Ну, короче, отражающая такая сверхштука, теплая. В общем, растения не замерзли, это прям 100%, я думаю, им было даже жарко. И они добрались до меня в целости и сохранности. И офигенно то, что корни у них всех просто прекрасные. Вот, сейчас я покажу немного поближе, и будем с вами прощаться. Ну вот только посмотрите, что все стряслось. Посмотрите, какие они прекрасные, великолепные. Я думаю, вы смотрите это видео, потому что любите, как и я, суккуленты. Они просто ради развлечения, поэтому согласитесь со мной, что они просто красавчики. Ну что ж, друзья, желаю вам хороших, крепких растений. Всем пока-пока.